30 июля после продолжительной болезни ушел из жизни руководитель Красноярского УФАС России Валерий Захаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В мае Захарову исполнилось 60 лет. Валерий Захаров – уроженец Красноярского края. Он родился в селе Даурское. Главой управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Валерий Захаров был назначен в апреле 1998 года. О дате и времени проведения похорон сообщат дополнительно. Неисправная «Газель» загорелась на Чайковского. Ее тащили на буксировочном тросе. Когда автомобили остановились на светофоре, над моторным отсеком неисправного грузовичка появился дым. Водитель выскочил из кабины и пытался потушить начинающийся пожар с помощью огнетушителя, но у него ничего не вышло. Кафе «Юнона» и «Авось» начали сносить на Красрабе. Решение об этом суд принял еще в прошлом году. Выяснилось, что хозяева используют земельный участок незаконно. Теперь собственник с помощью подрядчика начал убирать строение. Кафе «Юнона» и «Авось» появилось в районе остановки «Юбилейная» в начале 2000-х годов и пользовалось большой популярностью. Забор, закрытый на замок, теперь не дает жителям Южного берега гулять по дамбе. Ограждение появилось накануне вечером. Собственник компании SM-City утверждает, что это не место для прогулок, а гидротехническое сооружение. И гулять там небезопасно. Но для людей это фактически единственное место отдыха, и они просто ломают ограждение, когда их там ставят. А в прошлом году, напомним, тоже для безопасности в районе дамбы вырубили все деревья. Чемпион по пощечинам Василий Комоцкий, он же Вася Пельмень из Иланского, снимается в мини-сериале в Инстаграме. В нем он отправляется в Москву к девушкам-моделям, которые считают, что нет сексуальнее настоящего русского мужика. В одной из серий лечит пощечинами стильных, но бездушных мужчин. Комоцкий стал известен после череды побед в чемпионатах по пощечинам. Славы не искал, копил на комбайн и накопил.